Приветствую вас, Татьяна. Знаете, я бы хотел обратить внимание ваше именно на имя. То есть вам 21 год, 22 года. Вы назвали себя Таня. То есть не Татьяна. Да? Не Татьяна там, например, Григорьевна, например, или там Ивановна, да, или как-то еще. Именно Таня. Таня — это очень по-детски звучит, особенно вот когда вы, ну, регистрируетесь на сайте, да, задаете вопросы, общаетесь с другими людьми, вот. То есть я не то чтобы вас обвиняю, да, вообще, как бы, мыслях не было вас обвинять, совершенно, абсолютно. Но это как-то вот, знаете, это как-то вот настораживает, что вы называете себя Таней, хотя вам уже 22 года, вы взрослый человек. Вот, в принципе, у вас уже может быть семья своя, у вас уже может быть, то есть я не говорю, что она у вас должна быть, да, но у вас может быть семья. Ну, вот. То есть вот проблема, она заключается именно в этом. Первая проблема в том, что вы, ну, вот, как-то слишком себя, по-видимому, считаете маленькой, ну, вероятно. Вот так это мне видится. Вот. Это первое. А второе. Знаете, тонкость заключается вся в том, да, что вы живете как бы у твоих родителей. Вот. А родители, они вправе устанавливать свои какие-то рамки, да, они вправе устанавливать свои какие-то правила, условия проживания, потому что вы живете у них дома, вот, как бы это было неприятно для вас, вот. И, соответственно, здесь такая дилемма, да, на самом деле. А с одной стороны, можно если вы хотите жить своей жизнью, да, то можно жить отдельно. То есть поставить себе цель, сепарироваться, жить отдельно, да, вы можете жить так, как вам вообще захочется. Это будет справедливо, это будет честно. Это будет
правильно, демократично и так далее. С другой стороны, когда вы говорите, что напекаетесь на скандал, вы снимаете ответственность с себя, потому что родители вам, они, вот как мой коллега сказал, что могут сделать? То есть, что они вообще могут сделать вам? Да ничего они вам не могут сделать. То есть, максимум, что они сделают, да, это просто как-то вот вас там поругают, да, и все. Это вообще вот единственное, что они могут сделать. А вы начинаете, видимо, с ними ссориться, начинаете пытаться что-то доказать им, вот. Ну, естественно, не получается, потому что им нельзя что-то доказать своим родителям, вот, нельзя, это просто это невозможно, вот, и все, по сути. То есть вот вопрос, когда, почему вы ссоритесь? Вы говорите, как, значит, донести до родителей, что вы взрослая, да, что вы, ну, уже можете, значит, что уже не маленькая, способна сама управлять своей жизнью. Вот, никак. Никак, потому что вы ведете себя как маленькая сейчас. Вы ведете себя как маленькая, к сожалению. Почему вы ведете себя как маленькая? Ну, потому что вот вы скандалите. То есть для родителей ваших, для ваших родителей, ваш протест против них, он означает, что вы сомневаетесь в себе. Он означает, что вы сомневаетесь в том, ну, что вы делаете. И они будут вас пытаться подавить, они будут пытаться вас как-то настроить, они будут пытаться как-то вас обрасунуть, чтобы вы, ну, чтобы вы сделали так, как хотят они, вот, родители ваши, потому что это неизбежно, для них то вы еще маленькая, вот. К сожалению, для них мы маленькие. То есть это нормальное явление. Вот. Вести себя нужно как взрослый. Вот. Взрослый человек сам себя обеспечивает. Взрослый человек сам делает, что он считает нужным. Вот. Взрослый человек не спорит, взрослый человек не скандалит. Взрослый человек просто делает то, что нужно, и все. Взрослый человек никому ничего не доказывает. Ну, я имею в виду зрелый человек, психически. Вот. Если вы, вот, если вы будете себя так, то вы достигнете, в принципе, своей, как бы, цели. Вот. Вот. Но, пока что я не вижу того, что вы вот так себя ведете.
Пока я вижу обиду на ваших родителей, пока я вижу какую-то вот неуверенность в себе, да, пока я вижу какое-то желание сопротивляться, ну, какое я вижу какую-то потребность протестовать против того, что происходит. Вот. Это очень невзрослая позиция. Понимаете? Так что, так вот я думаю. Можно ответить вам на вопрос. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.